И о чем мы так задумались? Извините, немножко со светом придется. Ай, да у тебя лежит еда твоя. Вот она лежит, смотри. Букаша, не мешай мне. Ты все забыла, ты все потеряла. Ну, давай, давай. Ой, всем вам помогать надо. Всем вам надо помогать. За ноги, конечно. Конечно, друг друга за ноги, за лицо. Пахнет вкусно, а все потеряли, а? Ох, вы же, какие же вы, ну, ты вот, вот твой кусок. Нет, вот это мы не будем, мы будем за ноги друг друга. Да что же это такое? На. Молодец, ну, наконец-то. Вот со всеми, как с малыми детьми. Вот с каждой лягухой, как с малым ребенком надо. А сама ведь потеряется, да? Ага, все, помощница явилась, отдай мне. Вот ведь, не только с лягухами. И это вот бродит тоже, смотрит на меня, глядите. Смотрит на меня умными глазами и говорит, что ей ничего не досталось, ты врешь. Тебе все досталось, у тебя все, все уже было, ты уже съела свой большой и хороший кусок. Бу, бу. Света мало сейчас будет тут с тобой. Давай. А вот это мы не хотим. Да. Тебе-то, конечно, надо помочь. Да отвяжись ты! Да отвяжись ты! Отвяжись ты от моего сачка! Сейчас вон к Букаше собрались все. Ты хвост туда опусти еще, ага. Видишь, они тебя только и ждут. Ай! Но они не причиняют друг другу. Букаша! Ну не позорь ты меня, ну все... Фу, ты теперь мокрая и по мне бегать. Фу, вот так вот. Вот. Видите, как помогает? Вот так помогает. Господи, мокрыми руками. Насквозь, Букаша! Причем интересно, что они сами прекрасно все умеют. Они сами отлично соберут все со дна. Все будет прекрасно. Через несколько минут... Здесь ни кусочка не останется. Но пока вот я тут брожу, они будут смотреть на меня. Вот, боже мой, господи, какие они нелепые все-таки. Какие баджеты все-таки нелепые лягушки. Это чудовищно. Ох, так, сачок оставили в покое. Лягушек мы не ловим. Мы не ловим лягушек. Не надо нам ловить лягушек. А лягуха пошла ловить Букашу. Вот так они и бродят друг за другом, пузыри пускают. Ох, ох, смешные вы. Очень уж вы смешные. Бу, что там нашла сейчас? Вот, вот вам кормление злых щитоспинок или лягушек Баджета. Вместе с Букашей, как обычно, вот так вот мы и живем. Невозможно по-другому. Нет, иногда я их кормлю, конечно, с пинцета. Тогда все проще, тогда они не так промахиваются. Но иногда для скорости просто забрасываю им разморозку молочного коктейля. И они прекрасно его едят. Если бы это были живые рыбки, было бы вообще замечательно. Но проще. Коктейль. Вот так. Все в живом времени. Загрузка будет через минуту.